настроение и хорошее настроение 30 добровольцев в 10 утра приступили к фасовке первой партии продуктовых наборов. Коробки предназначены для тех, кто сегодня находится на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отвлечься и перевести дух. Во время работы ульяновским врачам помогут вот такие вот продуктовые наборы. В коробке печенье, карамель. Пачка чая, здесь также есть банка кофе, сушки и шоколад. Наборы со сладостями докторам доставят ульяновские волонтеры-медики. Всего волонтерам предстоит упаковать свыше 4000 коробок. 30 человек привлечены для подготовки самих наборов. Остальные волонтеры поэтапно в течение месяца доставят их до места назначения. Понимаем, что это единое пространство, где будет находиться порядка 30-40 человек. Все ребята получили перчатки и маски. Соответственно, проходят 2 часа, ребята их меняют. Готовят один набор волонтеров несколько рук. Каждому отведена своя роль. С очередной новой коробкой скорость сбора увеличивается. Нам просто показали то, что вот необходимо, допустим, платить одну пачку печенья, одну пачку конфет, одну пачку сушки. Мы как бы все по одной кладем единицы. Собственно, можете наблюдать. А сколько по времени уходит на одну коробку, например? Я не знаю, честно. В конце дня будут секунды. Ну, секунды это точно, Билан правильно говорит. Потому что секунды мы вот раз-раз, все готово, и дальше пошли по конвейеру. Подготовка и передача наборов стала продолжением всероссийской акции «Спасибо врачам». Тому, чтобы продукты для медиков выделила одна из крупнейших розничных сетей страны, поспособствовала партия «Единая Россия». Для медицинских работников, фельдшеров, санитарной службы, которые сейчас работают на передовой. На данный момент у нас уже сформированы списки. В них входят госпиталя, которые открыты и которые на данный момент работают с коронавирусной инфекцией. Также в них входят муниципальные образования и районные больницы. Ну и, безусловно, мы не забудем про скорую медицинскую помощь. Доставлять чайные наборы в больницы будут не только волонтеры. Транспортировки также подключатся депутаты всех уровней и курьеры. Рената Льгулова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.